Если говорить про Барнаул, то очень уютный семейный город. Если с семьей особенно приезжать, то очень классно. Можно время провести уютно, как дома. Очень хорошая природа, не загажена ничем. Это первое. Второе, очень хорошие люди. Добрые, отзывчивые. Это первое. А второе, земля. Что хочешь, то делай, сажай, выращивай, все, без проблем. Здесь для учебы-то тоже хорошо. Мы вообще сама с Петропавловска-Камчатского. Мы переехали сюда, потому что детям нужно было учиться. Дочь здесь закончила медуниверситет, а сын АГУ закончил. То есть здесь вполне для образования есть очень много университетов. Природа своеобразная и интересная. Ну, во-вторых, не такой изведанный край достаточно у нас, что не так много народу, если сравнивать с той же Москвой или Санкт-Петербургом. Ну, у нас как бы он менее изученный, и природу можно тоже повидать, и народ более у нас такой своеобразный, он доброжелательный. Ну, в общем, такое я бы туристам посоветовал бы. Цены низкие на продукты, на все остальное, на жилье. Я заметила, тут много национальностей, очень много, даже не сразу поймешь, откуда они. Они все общительные, в принципе, мне нравится. Все сюда едут, даже в деревню едут, потому что хорошо жить. Даже вот как мне, например, ну мне нравится наш город, как бы я его люблю. Мы рады тут всем.